Итак, снова вот эта красота. Я развернулась. Просто потрясающая красота. Поехали в другой конец. Если там посмотрим, нет ли там тупика тоже. Это красивейшее озеро. Слава Богу, за мной никого нет. Я могу спокойно ехать. Буквально 10 минут в час. Отсвечивает немножко, отсвечивает. Боже, какая красота. Сказочные деревья. Ах, как жалко отсвечивает. Так, ну такси, я как-то проеду здесь Морган и Морган. Вау! Я здесь ни разу не была. Тут столько мест, в которых я не была. А, за мной едет, 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 едет. Проезжай. Отсвечивает сильно. Яркое. Ай, как красиво. Ай, как красиво. Сзади никого нет, я могу остановиться. Надо остановиться, сделать фотографию. Ладно уже. Ладно уже. Какой красивый фонтанчик. Слава Богу, сзади никого нет. Ну, райончик такой тихенький, тихенький, конечно, здесь. Кто здесь может быть? Все равно сильно отсвечивает. Сейчас я думаю, что... А, я могу туда проехать? Вот уже place. Watch for children. Смотри, смотри на детей. Ну, в смысле, будь осторожен, дети могут перебегать. Ух ты, там озеро какое-то уже малюпое. А, нет, это не озеро. Да, озеро, да? Маленькое озеро. Дома, которые стояли на озере, с той стороны, озеро Вью, вот то, что я снимала с той стороны, миллионерские. Ну, не знаю, можно ли сюда проезжать, но я проеду. Как все красиво. И вот оно, это озерцо, малюпусенькое. Вау, это я сейчас вокруг озера проеду. Никого нет совсем сзади меня. Я молчу, потому что у меня слов нет. Забу дыхание сперло от этой красоты. Ну, естественно, одним глазом смотрю на дорогу, чтобы в дерево не врезаться. На продажу, кстати, купили место на продажу. Не буду показывать ту сторону. Нет, покажу, ладно, уже. Покажу и эту сторону. Потому что эти сказочные домики, этот landscape, как вот растения, как все украшено, какой дизайн возле дома. Это просто сказка. Это просто сказка. Вот такой дом стоит, наверное, 10 миллионов. Вот
может не 10, но 3-4 миллиона он стоит. Ладно, я сейчас эту сторону сниму, а потом буду обратно ехать в другую сторону сниму. Потому что хочется сразу все снять. А сразу что получится. Слава Богу, сзади никого нет. Иначе повторюсь. Итак, дорога пошла налево и направо. Куда мне ехать? Вернее, прямо и налево. Но налево сейчас не пойду, я буду держаться ближе к озеру. Дерево фиолетовое. Фиолетовые цветы. Опять озерцо такое зелененькое, маленькая лужица, но красивенькая. Совершенно случайно сюда забрела, вообще не думала, не гадала сюда ехать. Чувствуется здесь уход, сколько денег вложено во всю эту красоту. Это, конечно, богатющий район. Можно даже судить по почтовым ящикам. Так, я надеюсь, там я смогу проехать. Вот такая тельстозёпенькая такая машинка. Такая пупка тельстенная. Мне так нравится. 4 колеса позади. Вот сейчас предвыборная программа, и везде стоят вот эти вот значки по выборам. Голосуйте за того-то, за того-то. Я буду голосовать. Мой президент Митт Ромни. И только он. Вау. Я камеры туда-сюда, потому что я не могу не снять вот это. Даже парк. А я не знала, что здесь есть парк. Вот тут можно пойти погулять. Машину где-то бросить и погулять по парку. Дверцы. Строительство, и вот обязательно, где идете строительство, обязательно стоит туалет вот такой переедет, ну как сказать, переносной. Это законы, все они пахнут очень хорошо. Я камеры туда-сюда, потому что не могу угомониться, потому что уж настолько красиво. Сзади меня машина поехала. Ай, простите, извините. Какая красивая машина поехала. Все равно нельзя больше 25 миль в час ехать, поэтому простите, еще раз извините. Строительство, даже здесь, в таких красивых местах ведется строительство. Достройка или перестройка, или как это назвать. Ладно, все, я отсюда уезжаю.
Красиво, боже, я прям получила эстетическое удовлетворение. Мне там одна девочка написала на мой салат. У вас нет эстетики на блюде. Мой муж не стал бы такое есть. Я пишу. Ну, в таком случае твой муж вычеркнут из списка приглашенных на мой салат. А сама себе и думаю, о какой эстетике можно говорить? Ладно, не буду дальше продолжать. А как по поводу культуры? А как по поводу так-то? Ну, зато человек знает слово эстетика. Все остальное не важно. Ну да, вот я по этой же дорожке сюда и приехала. Я сейчас верну. Там я ехала, а тут я не ехала. И пока у меня есть батарейка, я сейчас уже прокачусь еще. Захвачу этой красоты побольше. Как можно больше. Я жадная до красоты. Удивительно, что вообще такие дорогие места, как правило, они стоят за металлическими заборами. То есть проехать сюда необходимо иметь карточку, кликнуть на нее, ворота открываются, и можно проехать. Но удивительно, здесь этого нет. Поеду домой. Вот совершенно случайно не думала, не гадала, честно. Вообще никак не думала и не гадала, куда я опять заехала. Название нейборхуда тоже какое-то. Кто-то бросил баночки на дорогу из-под напитков. Длинное видео получится. Ну зато какая красота. Ах, деревяшечки, как украшают. Ну что, налево, направо? Поеду уже налево. Сейчас пристегнусь. Я так и еду не пристегнутая. Так, ладно, слушаем радио. Вчера, ночью сегодня слушала. У меня всегда наушники в ушах. Я сплю с наушниками, слушаю. Как называется это? Ой, какой дом красивый. Боже, какой красивый дом. Я когда-то сюда еще приеду. Вчера в кинотеатре два идиота расстреляли. В лобби кинотеатра расстреляли молодежь. 12 человек погибли на месте и 39 раненых. Ай, как красиво. Ай, как. Ну я не могу. Нет, я поеду сюда, не поеду туда, поеду сюда. Ай-яй-яй. Забыла штат, как называется. Денвер. Колорадо. Ну, как говорят, в семье не без уроды. Вот всегда удивительно, что двигало ими, что движило ими, чтобы взять оружие и просто пойти расстрелять людей, даже которых они не знают. Я еще понимаю, там кто-то там тебя разозлил там, или что-то, на хвост наступил. Но как можно вот так просто взять, пойти и расстрелять совершенно невинных людей, которые перед тобой чисты, как стекло? Ну вот и все, я уже выехала куда-то на более-менее такую вот простенькую улочку. Lake Mount. Все, до свидания, до свидания, до свидания. А попрощаться? А показаться? А, пока зеленый свет, я поеду! Боже, кругом столько красоты! Ладно, пора прекращать. Все, пока.